В Иванове появился солнечный зайчик. В детском досуговом центре открылась дополнительная группа кратковременного пребывания детей. В этой группе по будням с малышами занимаются опытные педагоги. Для ребят разного возраста проводятся занятия по лепке, рисованию, развитию речи, а также специальные тренинги с психологом. Они занимаются здесь утром, а вечером здесь проходят различные формы дополнительного образования, различные формы работы для того, чтобы представить ребятам, посещающим школы, дополнительные услуги. Для родителей есть еще одна хорошая новость. В городе готовят к открытию первый консультативный семейный пункт. В центре с детьми и их родителями будут работать профильные специалисты – логопеды, психологи и дефектологи. Семейный пункт нацелен на работу в решении внутрисемейных конфликтов, а также на помощь ребенку в адаптации в детском саду или школе. Это будет, я считаю, прекрасный центр ресурсный для проведения консультативной работы семей, особенно там, где дети еще не посещают дошкольное учреждение. Уже в декабре на базе консультативного семейного пункта появятся еще две группы кратковременного пребывания дошкольников. Сейчас в помещениях семейного пункта завершаются ремонтные работы. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.